китайские игрушки создают настроение для наших солдат. И причем, когда создавали комнаты психологической разгрузки в наших подразделениях и в караулах, то многие делали и березки ставили, а потом садили птички. И вот помню, с одним генералом и с начальником штаба нашего округа проехали, проверили караул, было холодно. А потом заходим в караульное помещение. И солдаты сидят, там чай пьют, ну, поговорили с ними. Я, этот замначальника штаба говорит: «А это что у вас там за птица?» А китайская птичка разворачивает так и крылышками: «А это что у вас тут за птица?» И вот такой момент, он надолго вот запоминается, что птички иногда создают такое хорошее настроение для наших солдат. Но это были китайцы, мы сейчас тоже опередили. Потому что комнаты психологической разгрузки, они имели хорошее такое дело для того, чтобы наши солдаты могли где-то улыбнуться, где-то попить чайку, где-то отдохнуть. Вот такая жизнь была.